Окей. Если посмотреть на машину в профиль, можно увидеть большие 18-дюймовые колеса. Машина занижена для спортивных, динамичных, драйверских ощущений. Имеется дополнительный порог, который также визуально занижает машину и диффузор. Для повышения спортивности мы разработали новую графику. Графику, вдохновленную WTCC и представленную на Vesta. И это еще раз подчеркивает X-черты, которые имеются на боковинах. Идея красных полос продолжается вокруг и вносит спортивные нотки. Дополнительная графика возле порогов. Внизу дверей способствует изменению пропорции. Черная крыша добавляет визуальное занижение, соединяясь с лобовым стеклом. Обойдя заднюю часть автомобиля, вы сможете увидеть, что мы добавили дополнительный спойлер, чтобы улучшить прижимную силу и аэродинамику, что также достигается при помощи более низкого заднего бампера. Окей. Также для всех концептов со специальными колесами, очень современными, очень спортивными, мы решили интегрировать красные болты. Просто, чтобы добавить экстравагантности и расширить красный мотив в круг всей машины. Также, обходя автомобиль, вы можете заметить увеличенный спойлер. Он необходим для улучшения аэродинамики и прижимной силы автомобиля. Эффективность продолжается внизу авто, благодаря переработанному заднему бамперу, очень спортивному и агрессивному. Здесь же имеется интегрированный диффузор с двойным выхлопом. Красная полоса, которая наблюдается спереди, заворачивается под нишу фонаря, что изменяет пропорции заднего бампера. Также имеются две темные вставки, чтобы растянуть и сделать заднюю часть еще шире. Так целиком меняется восприятие задней части машины. И наблюдается последовательная гармоничность во всем дизайне. Окей. Спортивный характер и тематика продолжаются внутри автомобиля. В первую очередь в кожаном рулевом колесе. Спортивность подчеркнута благодаря красной строчке, маленькой красной полоске в середине и, конечно, в панели приборов. Аналогично тому, что было видно в кросс-концептах, но на этот раз с красной графикой и красными стрелками. Красная тематика прослеживается везде в интерьере. Это видно на примере сидений, в окружающей подсветке, в пространстве для ног, здесь в пространстве в тоннеле, в кармашках дверей и, конечно, в подсветке самих дверных ручек. Все это вносит гармонию и последовательность окружающей тематики в интерьер. Мы ввели много черных стеклянных элементов, чтобы соединить заднюю часть с экстерьером, будь то вентиляционные отверстия, забор воздуха или даже дверные ручки. Также на центральной консоли продолжается тема красной строчки, коробка передач, ручной тормоз и, конечно, сами сиденья. Теперь с экстра-поддержкой для спортивного вождения и очень интересной отделкой, подчеркивающей X-форму, красными вставками из алькантары и двойной кожаной структурой. Карбоновый принт в сочетании с красной строчкой.